Привет, ребятки, вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштей Дмитрий, мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4. Мы в аэропорту возле Уиллиса и будем выполнять его задание сегодня. Нет-нет, события кармы мимо нас. И все? Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно. Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Кажется, мне ЦРУшник опять не договаривает мне что-то и вряд ли раскроет все карты перед нами. Хотя, черт знает, может быть, в игровой вселенной все-таки... Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Триада аж по самой Инь-Ян. В курсе, что это? Инь-Ян. А, ну да. Триада, нифига себе. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юм. Выгорит. Заставим даму говорить. Ну, добро. Триада, это ж надо же, убить или быть убитым. Вот какое задание. Хорошо. Надо хищника взять. Монастырь Акаш, вижу. Мы вновь в Гималаях, ребятки. Второй раз здесь... Вводятся снежные барсы, напомню вам. Это нехилый такой шанс нам его заполучить. Двоих. Не упустил возможность убить двоих. Вижу самолет. Тише мне, будь тут. Раскричались, пипец. Где? Обнаружил. Вот. Стоять, в ногу ему попал. Это, конечно, не смертельно, но вот вторая в грудь залетела на славу. По-моему, я слышу вертолет. Да, так и есть, я действительно слышал вертолет. Да ладно, не попал. Какую-то важную шишку уничтожил. Привет. А. Уиллис, с помощником Юмы разобрался. Ты уверен, что это было нужно? Как, по-твоему, я могу это проверить? Фотографируй и пришли фото мне. Сделал. Где вертолет? Нет, серьезно, где вертолет? Он же здесь был где-то. Доберитесь до заброшенного монастыря. Блин, снежных барсов нет. А я смогу потом в Гималайи, когда захочу, отправиться? Вот это я, конечно, зря. Лежать. Тебе тоже. И тебе. Да ладно, серьезно, всех уничтожил? Давайте-ка перезарядимся.
стражу! Блин, а ведь ты меня напугал. Осколок метеорита у него имеется. Реально напугал. Я такой на карту еще смотрю, думаю, где это падл? Падл. Так, вроде как это и есть монастырь. Просто дверь открыта? Да. Довольно тяжко открывается, наверняка шумно. Найдите помощника Юмы. По-моему, все четко. Слышу вертолет. Отлично, ну наконец-то. Я его не убил. А вот меня чуть было не убили. Блин, это снайпер. Больно стреляет собака. А ведь казалось, здесь мало так людей, да? Вот они. Не попал? Не убил. Попал, но не убил. Спатьки. Блин. Ключ на одном трупе, это, конечно, хорошо. Но что-то мне не понравилось, то, как я вот эту штуку защищал. Очень не понравилось. Прям, ну, очень-очень не понравилось. Меня обнаружил просто вот тут, ну, каждый. Вот этот ништяк, я не знаю, как взять. И не хочу запариваться, поэтому мне нужно входить. Ого. Крутая штурмовая винтовка, но, блин. Там нет ни глушака, ничего такого, ни прицела. Зато теперь мы сможем ее взять. В магазине. Так, проберитесь через пещеру. Все глубже и глубже. Но здесь, по крайней мере, тепло, не так холодно, как наружу. Ко мне идут. Я сваливаю. Эй, стой, как ты сваливаешь? Если ты прорвешься, когда надо будет, я вернусь. Что значит, я сваливаю? Охерел совсем? Упс. -3.
Класс. А ты везучий, а? А вот ты не очень. Блин, дружище, ну серьезно, умираю же. Блин, горю. Вот зачем я тебя прострелил, это говно? Чтоб ты встал и пошел. Ну взорвись ты уже. Тогда так, хорошо. Следующий. Этого можно и так уничтожить. Слушайте, а знаете что? Я хочу попробовать горящую стрелу на нем. Ладно, я хотел попробовать не горящую стрелу. Я хотел попробовать взрывчатую стрелу, но я ее не купил. Минус еще один. Говножуев минус. Это хорошо. Можно было, кстати, оставлять их и бежать вперед. Но я что-то так делать не стал. Тут сейчас опять будет уйма. Надеюсь, не зря я вернулся. О, гранат плюс один. Длинные пещеры. Кстати, странно, что никого здесь не встретили. О, привет, дружище. Офигеть, смотри. Задумался пацан. Нормально они. Хотел сказать, мастурбирует. Нет, не мастурбирует, конечно. Найди и убейте помощника Юмы. Так. Фотоаппарат. О. Отлично, очень многих ты мне показал. Минус один. Минус второй, хотел он повернуться. Минус третий. Минус четвертый. Все в голову. Один труп, один. Один выстрел, точнее, один труп. Ну вот, перехвалился. Здесь пришлось в тело стрелять. Потому что он бежал, а я. А я не такой точный. Да ладно тебе. Нехило мне. Понадавал, он там появился еще один. Давай, 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 давай. Опа, красавчик, на пулю прям налетел. Блин, даже не хочу представлять, что он почувствовал. Все, кажется, да? Следует их обыскивать чуть по чуть, потому что иначе... Мы совсем без патронов. Ой, ну да, без патронов, собственно, останемся, потому что в их бренных телах заключена мощь в виде денег,
Баблинское это. Кто сейчас показался? Вижу. Докурил. Курение убивает, дружище. Я бы на твоем месте поаккуратней. Все, патронов нет. Только два выстрела осталось. А здесь что, никак не пройти, что ли? Нет, кажется, никак. Ну да, вон по левой стороне сможем пробраться зато. Напоминаю, я могу бегать вечно. Че, ты встать решил? Надо было переключаться на этого пацана, потому что он на меня навелся. Вижу Гейла, блин. Много тебе это видение дало? Не хочу я спускаться вниз. Да ладно, а тут никак, что ли? Зачем тогда эти леса? Че они там, че за подпорки, что держат, непонятно. Так, знаете, что хорошо? Хорошо, что здесь патроны лежат. Отлично, просто, ну красота, ну хоть что-то. Нифига себе, хоть что-то, нехило так понабрали. Красота. Я думал, он сейчас встанет на это, как он. Встанет. Не встанет? Я думал, он сейчас включит костюм крыло. Он, по крайней мере, такую анимацию начал уже исполнять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, между прочим, было успешно. Пока тебя не видят, их в тело можно убить. Но как только они тебя замечают, почему-то в тело становится не так восприимчиво. Тело, точнее, их тела становятся не так восприимчивы к выстрелу из снайперской винтовочки. Ну-ка, отошел. Отошел от бяки. Вот чё он не подавлял меня огнем, дурак, блин, кто тебя в войне учил? Сейчас. Готово? Да, все сделал. Я вообще всех уничтожил. Я завтрак доем, а там и тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отпусти. О, смотрите-ка. Это мужичок кто-то есть, по-моему, да? Всех уничтожил, вот этот ликвидатор. Мечта ЦРУ, по-моему. Ох, меня скидывают как. Так, тихо, подожди. Я понял. Я понял, на что они намекают. На, ну, ты молодец, черт возьми. Как ты там? Полет нормальный? Найду другой выход на Йому. Свяжусь с тобой. Красавчик, красавчик. Убить или быть убитым. Все, зашибись. Покажите мне быстрее, быстрее, быстрее. Вот, вон туда вот мне надо. Поэтому я включаю костюм крыло и полетели. Единственное, что у меня, по-моему, 4 очка уже есть. Так, точно. Поэтому я изучаю инъектор здоровья. Супер. Ключ к северу. И расплата. Ключ к северу, 5 ячеек. Так, ну теперь, по крайней мере, инъектор здоровья устанавливает 6 ячеек. Круто. Круто, круто, круто. Даже не знаю, надо мне это, не надо. Инъекторы эти. Но есть ачивка, знаете за что? Есть ачивка за... О, блин, тут... Конвой, блин, был. Вот он, вот он, вот он, конвой. Не хочешь совет, Аджай? Если ты нанимаешь людей, пользуйся у
Угни профессионалов. Самых устрашающих, каких найдешь. Знаешь, ради твоей матери я оплатил обучение целой группе студентов-медиков в Сингапуре. И никто из них не вернулся. Можешь поверить в такую неблагодарность? Пол разобрал... Дерзкий. Здесь, а я, пользуясь своими связями в Сингапуре, разыскал их самих и воздал по заслугам. Но теперь мне приходится самому себе вскрывать фурункулы. Вскрывать фурункулы. Вот так. Гарри! Принесите мне бинт и сраный антисептик! Ох, нихера себе попал. Ща. Дождитесь, там две машины осталось. Давай быстрее. Одна, походу, машина осталась, да? Да. Так, встать параллельно. Хотел встать параллельно, но это, походу, не тот случай. Давай, дружище. Ну, слава тебе, Богу. Фух. Знаете, мы рядом с целым постом, поэтому... Отряд гнева, транспорт уничтожен, это хорошо. А, поэтому мы... О, денег нихера себе дали. Супер. Уникальное оружие Стингер доступно теперь. Оно мне надо. Стингер. Нет, оно мне не надо. 41 тысяча на 101 тысячу ништяков мы набрали. Супер. Купите настрой, значит. Раз, два. И мне нужны еще стрелы. Вот боеприпасы. Стрелы, разрывные стрелы. 10 штук. Огненные стрелы, 10 штук. Супер, 108 тысяч еще осталось. Офигительно. А Стингер за что дали? Наверное, за конвои эти дебильные. Дезинтегратор. 6-й уровень кармы, нифига себе, крутая штука. Еще один уровень нужен. Да, прикольная вещь. А Бушман, а так, арена. АМР. Аванпосты 23. Еще 13 осталось. Подрошитель, ух, вещь. 4 крепости. Циркулярная пила. Еще 8 колоколин. Тоже жестокая наверняка тема. Но это из DLC. Это я точно знаю. Кто-нибудь, помогите! Не то будет поздно! Так, давай-ка, не кричи мне сейчас вообще. Уашпи, не кричи. Этих отпускаем. Отпускаем, я сказал. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Слоненок поиграет с колесиком. А мы выключаемся. Пока.